Здравствуйте, с вами программа «Сказочные перевоплощения» и я, ее ведущая Настя Крекер. Мы находимся в городе Светлом, где живет наша новая героиня Светлана, с которой я и хочу вас познакомить. Поэтому сейчас мы зайдем к ней домой и познакомимся с ней и с ее семьей. Ну что ж, я надеюсь, Светлана ждет нас дома, а то на улице дождь, очень холодно. Чуть не навернулась назад. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Ждете нас? Да, конечно, проходите. Привет. Давай знакомиться. Угу. Как тебя зовут? Артем. Артем, меня Настя. Угу. Будем дружить. Расскажи мне по секрету. Мама тебе говорила, что она хочет поучаствовать в нашем проекте? Да, говорила. Говорила? Как ты к этому отнесся? Хорошо. Хорошо? Да. Расскажи мне, пожалуйста, как бы ты хотел, чтобы твоя мамочка выглядела? Что бы ты вот для нее вот пожелал, не знаю, может быть? Вот есть у тебя вот как мужчина, вот такой сын мамин? Чтобы она была красивой. Чтобы красивой была. И, наверное, счастливой, да? Да. И жизнерадостной, да? Да? Чтобы побольше улыбалась, и глазки ее светились, правда? Да. Да? Угу. Поможешь маме в этом? Да. Ну, молодец. Свет, хотелось бы поговорить немножко вот именно о вас, о вашей жизни, потому что вот ваше письмо меня тронуло, вот ваша жизненная история, все это как-то, вот для меня, как для женщины, это вот очень близко, вот я все к сердцу сама лично приняла, но не хотелось бы, наверное, нашим телезрителям зачитывать, да, письмо, а хотелось вот именно вот от вас бы вот услышать. Да, конечно, жизнь у меня немножко сложная, но, по крайней мере, я не упала, не... Стою на ногах, улыбаюсь. У меня был брак красивый. Любимый муж был, да? Замечательные дети. Замечательные, красивые детки. Я была очень счастлива, да? Но вот так судьба распорядилась, что он 29 лет ушел из жизни, да? У него рак. Вот. И 7 лет я жила одна. Я работала администратором. У меня диплом администратор гостиничный, да, я работала поваром, у меня 4-й разряд повара. Я работала маникюристом, ну и также гоняла машины, да, я не в этом городе жила, а жила на Урале, вот, и гоняла машины, то есть ушла полностью в бизнес, также держала павильоны, вот, женской одежды, возила с Вильнюса постоянно, ну, то есть... плакала, мне не хватало мужа, и по сей день я остаюсь на его фамилии, да, но так распорядилась судьба, что мы познакомились с человеком, мы прожили с ним в гражданском браке 7 лет, и он меня перевез сюда, в Калининград, здесь у меня родился второй малыш, я ждала дочу. Навязала много для дочь сарафанчиков, колготочек, да, ну, родился сыночка. Мы прожили официальный брак. Иногда мне так не хочется это вспоминать, потому что это так больно. На сегодняшний момент 4 года разводов, 4 года раздел имущества. В прошлом году, 8 октября, я пережила микроинсульт. 30% тела ребенок не даст, да, обмануть. 30% тела было неподвижно. У меня не разговаривала челюсть. Я не могла дойти по квартире и себя не могла снять одежду. У меня не функционировали пальцы, да. Плакала. Ну, конечно, все болезненно, но детки со мной, мама со мной. Мама помогает и по сей день. Я выкручиваюсь. Я... Видит Бог, да, я хочу быть счастливой. Ну, я выносливая, да, так скажем. Я сегодня занимаюсь танцами, я улыбаюсь. Я также работаю много, уделяю деткам внимание, хотелось бы больше. То есть все хорошо. Не дай Бог никому такое пережить. Поэтому, Свет, мы с вами... Да, конечно. Мы с вами постараемся сделать все, то, что от нас зависит, чтобы вы были хоть чуть-чуть счастливее, хоть на, не знаю, там, на один граммчик. Не подведу вас, я буду улыбаться, я буду счастливая. Да, все будет отлично. Ну что ж, как бы у нас подготовлен для вас определенный план действий. И сейчас мы с вами отправимся в дорогу, в наше такое небольшое приключение.
Светлана, ну что ж, наше с вами путешествие в мир прекрасного начнется с медицинского центра «Апрель». Сюда мы с вами пришли для того, чтобы проверить ваше зрение. Сейчас мы посетим офтальмолога. Я обратила все-таки внимание, когда мы были у вас дома, что когда вы вязали, занимались своим любимым хобби, вы одевали очки. Да. Да? Mm-hmm. Вот, поэтому давайте пройдем и все-таки убедимся, что с нашими глазками все в порядке. Хорошо. Добрый день, Светлана. Меня зовут Тимофей Григорьевич, я врач-офтальмолог. Есть ли у вас какие-либо жалобы со стороны органа зрения? Да, у меня проблемы существуют. У меня хуже стал видеть левый глаз, астигматизм левого глаза. Но в связи с моей работой. Я работаю в воинской части, ночные смены, и мне очень тяжело утром прийти с работы, глаза красные, да. Еще мое хобби – это вязание, да, я очень много вяжу крючком, спицами, и поэтому, да. А когда у вас больше проявляется? Когда вы вяжете крючком или когда вы работаете за монитором или смотрите вдаль, водите машину? Автомобиль я вожу без очков, мне это очень нравится. Наверное, только когда после вязания. А когда вы последний раз посещали врача-офтальмолога? Очень давно. Очень давно? Давайте посмотрим, что с вашими глазами. Хорошо. Действительно, Светлана, у вас есть небольшая проблема. Это врожденный астигматизм и небольшая гиперметропия, которая в народе называется дальнозоркость. Но эта проблема решаема. Мы выпишем вам сейчас очки, которыми вы будете периодически пользоваться. Хорошо. Можно как-то очки заменить на линзы все-таки? Да, в некоторых условиях можно заменить очки контактными линзами. Естественно, условие будет одно. Вам можно поставить контактные линзы, но это будут не обычные линзы, как у обычных людей. Mm-hmm. Это будут так называемые астигматические контактные линзы. Подбор mm-hmm. таких линз производится в нашем центре, и мы чуть-чуть позже подберем вам непосредственно астигматические контактные линзы. Впоследствии, если у вас будет развиваться катаракта, допустим, будет снижаться зрение, наверняка знаете такую болезнь, в нашем центре можно прооперироваться с установкой хрусталиков, которые исправят ваш астигматизм, это астигматические модели его. Отлично, то есть проблема это не составит, не переживайте. Вы будете читать, писать и забудете о своем астигматизме. Хорошо, спасибо огромное. В наше нестабильное время хочется дать себе возможность отдохнуть и снять накопившийся стресс. Занятия йогой помогут вам обрести гармонию и не потерять ее в напряженном ритме жизни. Уделяя йоге всего несколько часов в неделю, вы увидите, как пропадает лишний вес, укрепляются и приходят в тонус все мышцы, как тело наполняется энергией. И самое главное, что приводя организм в хорошую физическую форму, вы обретаете душевное спокойствие и равновесие. Светлана занимается танцами, и она просто не смогла пройти мимо занятий стрип-пластикой. Светлана, ну что ж, следующий этап нашего с вами знакомства с клубом красоты Монплатин будет состоять в том, что я вас передам в руки профессионала, который сделает вам диагностику кожи лица. Мы узнаем с вами состояние ваших волос и кожи головы. Спасибо. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Меня Светлана. Очень приятно, Светлана. Сегодня мы с вами делаем диагностику кожи лица. Посмотрим состояние ваших волос, состояние кожи головы, чтобы и в дальнейшем я могла вам порекомендовать, какие процедуры необходимы именно вам. Хорошо, я согласна. Светлана, мы провели диагностику кожи лица. В принципе, кожа у вас в неплохом состоянии находится. Но кое-какие рекомендации я бы вам дала бы, да? Побольше влажности вашей кожи требуется. И, естественно, ежедневный уход. Я бы вам порекомендовала бы средство Лумон Платин, которое в себя включает весь ежедневный уход и периодический уход, какой требуется женщине. Да, спасибо, хорошо, попробуем. Светлана, сейчас мы посмотрим состояние ваших волос, состояние кожи головы. Можете снять заколочку. Хорошо. Давайте, да? Светлана, мы сделали диагностику состояния волос и кожи головы. Я бы вам порекомендовала в первую очередь это очистить кожу головы, это восстановить структуру волоса. Все-таки мы женщины, да, пользуемся покрасками, фены, плоечки. Ну что, Свет, прислушаемся рекомендации профессионала после диагностики кожи. Сейчас вы пройдете процедуру у косметолога Anti-Age. Проходите, располагайтесь. Здравствуйте. Светлана, добрый день. Меня зовут Вероника. Сегодня будем делать процедурку Anti-Age. Будем бороться с нашими возрастными изменениями нашей кожи. Работать сегодня будем на косметике Mon Platin Gold Edition. Косметика на черный креп, поэтому расслабьтесь. Сегодня получите удовольствие. Делать маску Анастасии, она увлажняет нашу кожу, питает и придаст нам небольшой лифтинг-эффект. Высокая ультразвуковая вибрация стимулирует клетки кожи и эффективно помогает активировать клеточный метаболизм. Голубой свет успокаивает кожу, зеленый улучшает обменные функции, ну а красный проникает глубоко в дерму и стимулирует клеточные волокна. Также позволяет уменьшить морщины и делает кожу более эластичной и гладкой. Нанесем на кожу интенсивную сыворотку с лифтинг-эффектом. Она придаст нашей коже гладкость, сияние и свежий цвет лица. В составе всех средств линии Gold Edition используется новейшая международная разработка в области красоты – золотой комплекс, состоящий из гиалуроновой кислоты, жемчужного порошка и коллоидного золота 24 карата. Это профессиональная формула против старения, дарящая защиту и обновление кожи. Светлана, мы закончили нашу процедурку Anti-Age. Пойдемте к зеркалу, посмотрим наш результат. С лицом мы с вами поработали. Результат нравится? Да. Теперь вас ждет процедура по телу, массаж и еще разные приятности. Пройдемте в другой кабинет? Да, пройдем. Здравствуйте, меня зовут Катерина. Я специалист по массажу и спа-технологиям. Катя, что мы сегодня будем делать, Светлане? Я хочу познакомить вас с уникальной техникой массажа, которая называется хиромассаж. Иногда ее можно встретить как по названием гавайский массаж Нуи-Нуи-Ломи. Массаж имеет очень древнюю традицию, древние корни и зародился на Гавайских островах, практиковался для подготовки воинов к долгим военным походам или, например, для предсвадебная подготовка молодоженов, как жениха, так и невесты. Массаж был многочасовой и делался для того, чтобы полностью отрешиться от суетливых мыслей, погрузиться в тактильный транс и таким образом добиться полного ментального расслабления. Добиваясь внутреннего расслабления, естественным образом расслабляется наше тело.
Таким образом, этим массажем мы добиваемся гармонии и соединения наших внутренней энергии и телесной оболочки. Светочка, мы вас оставим буквально на несколько минут отдохнуть, прийти в себя, проснуться. А потом вы выйдете, и вас будет ждать чашечка зеленого чая. Светочка, ну что, расскажите свои эмоции после массажа такого. Восхитительно, просто восхитительно. Я провела время, я побывала в прекрасных ручках, ее зовут Катерина, да. Знаете, кожа как у младенца, просто каждую клеточку моей кожи она промассажировала. Я приду к ней неоднократно, еще раз, и советую всем прийти к ней, потому что это правда превосходно, это фантастически, просто фантастически. За лицом мы поухаживали, за телом тоже, поэтому следующим этапом будет процедура по уходу за руками. Здравствуйте, Светлана, меня зовут Виктория. Сегодня мы с вами будем делать процедурочки, поухаживать за нашими ручками. Позвольте, я на них посмотрю. Угу. Вижу, за ноготками ухаживаете, сделали потрясающий маникюр, это лаковое покрытие, верно? Да. Замечательно. Значит, ноготочки мы с вами трогать не будем, они у нас в прекрасном состоянии. А вот за кожей ручек немножечко поухаживаем. Хорошо. Сделаем парафинотерапию. Когда-нибудь делали? Нет. Сегодня, значит, попробуйте. Я вас уверяю, что это любимейшая процедурочка для наших женщин. На парафинчик мы с вами сняли. Как у вас ощущения? Ручки бархатистые, нежные. Да. Здорово. Светлана, для того, чтобы вы уже получили по-настоящему королевский уход, как я вам и обещала, в завершении мы нанесем с вами питательный йогурт. Он закрепит наш эффект. Эффект будет держаться неделю. Ручки будут гладкими, молодыми и сияющими. Наступил самый ответственный этап перевоплощения Светланы. Новая стрижка, окраска волос, макияж. Первое твое впечатление. Увидел маму? Узнал? Ну, конечно, узнал. Она же родная для меня. Но образ впечатляет очень сильно. Спасибо вам. Ну, давай, солнце мое, расскажи, как тебе мама? Мне она очень понравилась. Она стала красивой благодаря вам. Вот посмотрите сейчас, как вы выглядите. Это то, про что я вам говорила. А у вас все закрыто, все прикрыто, но в то же время во всех комплектах вы выглядели по-настоящему сексуальной.
Я просто даже настаиваю, я не желаю, чтобы вот в дальнейшем, вот, вот мы сейчас с вами попрощались, да, вы уйдете, да. Пожалуйста, придерживайтесь наших советов, советов стилистов, оставайтесь всегда такой же красивой. Свет, у нас есть для вас подарок. Подарок от магазина одежды «Пронто Мода». Это вам. Носите на здоровье. Спасибо огромное. Я тоже, в свою очередь, хочу сказать несколько слов. Да. Спасибо огромное всем моим родным, мамочке, деткам, да, которые за меня голосовали, болели, поддерживали меня. Да. Огромную благодарность, да, ведущей Насте, ведущему Жене, который нас сейчас снимает. Да. Оператору. Стилистам, дизайнерам. Все, что сегодня девчата делали, это превосходно, это сказка. Девочки мои, мечтайте, ждите, да? Мечта ваша обязательно сбудется. И у меня также есть для вас сюрприз. Мой сын, подарок в студию. Спасибо за сказочное перевоплощение. К слову, Амон Платин, подарки еще не закончились. Это вам тоже такой небольшой презентик от клуба красоты Мон Платин. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо огромное, но у меня тоже для вас есть сюрприз. Вечер сюрпризов, вечер обмена подарков. Скоро Новый год, и я своими руками сделала это подарок. С удовольствием от всей души вручаю это вам. Ой. Покажите, спасибо, покажите. Спасибо большое, своими руками. Конечно. Красота моей Ляли. Да? Носите. Спасибо. И помните обо мне. Спасибо большое. Ну что ж, на этой прекрасной ноте я хочу всем пожелать счастья, красоты, улыбок. С вами была программа «Сказочное перевоплощение». И я, ее ведущая, Настя Крейкер. До новых встреч!